9 июля на берегу пляжа в районе глазной клиники города Каспийска состоялся турнир по пляжному волейболу среди жителей города. Отметим, что в этом году в состязаниях соревновались порядка 14 заявленных команд. Некоторые из них приехали принять участие из других городов республики. Начался турнир в 7:30 утра. После разминки ребята прошли первый этап, а после нескольких игр решили взбодриться крепким кофе. По словам организаторов турнира, колоссальную поддержку в подготовке и реализации спортивного оздоровительного мероприятия оказала администрация Каспийска, иконно-прогулочная база Dark Horse. Стоит подчеркнуть, что боролись волейболисты за переходящий кубок, который по результатам турнира достался команде «Горцы». Второе место заняли представители «Ривьера Каспия». Заслуженную бронзу получила команда «Кавказ».